Нюша променяла мультики на серьезное кино. Только четвертое предложение сняться в фильме стало для певицы решающим. Закончила сниматься Нюша. Ура! Мне было очень приятно работать в замечательный коллектив и надеюсь, что мы еще с вами увидимся. Спасибо. Друзья друзей, это серия новелл, премьера которых состоится в январе 2014 года. Одна из коротких историй специально адаптирована под Нюшу. Там девушка сыграет дочь бизнесмена Юрия Стоянова. Спасибо, папа. Юрий Николаевич. Дальше куда идем? Кстати, съемки в кино мотивировали Нюшу начать учиться. Все-таки без высшего образования девушки сейчас никуда. И при первой же возможности певица, ну, очень хочет поступить в ГИТИС.